Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три, степ, 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 трипл степ. Пять, шесть, семь и степ, степ, трипл степ, 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 трипл степ, 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 трипл степ. Мы делали упражнение на вот такой ходилке, когда партнер стоит на левой, партнер на правой. Степ, 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 степ. То есть это тот движение, которое идет в середине стоп-променада. Да, говорили о том, что мы все время поддерживаем баланс, чтобы стремимся друг от друга. То есть как вот меня за штаны тянут немножко назад, и Олег тоже. За счет этого у нас все время вот здесь есть небольшое такое взаимодействие, натяжение. И с помощью этого взаимодействия мы можем из такого зацикливания пойти на степах вперед, тут позацикливать, например, пойти назад. Можем? Можем сделать вот такую, да, вот, слепал. Трипл степ. По поводу выхода стоп-променада и захода из него. Выход такой же, как просто выход на открытую. Степ, степ, трипл степ. Но мы партнерши не отпускаем, а придерживаем. Ведем ее на степ, степ. И потом забираем ее обратно. Трипл степ. И в итоге у нас на все укладывается 8 счетов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. И также из этого захода в закрытую можно зацикливать на одном месте, можно походить в одну сторону, можно походить в другую сторону. И обязательно мы помним, что у нас есть баланс. Здесь он особо важен, потому что нас... Потому что бывает спойлер и балансовствует. И у нас, если посмотреть со стороны, у нас получается такая лодочка, мы просто скачиваем. Boom, 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 boom.